Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы хотим вам показать что-то новое. Мы сняли вот это халле, гараж. Здесь будут стоять наши машины. Прошу. Та-дам! То есть четыре стены, ворота, двери, отопления нет. Здесь будут стоять только машины. Здесь, может быть, будем снимать, показывать вам видео. Но пока вот такой вот маленький, я думаю, на полгода, год, может быть, и будем искать что-то другое. Первый наш автомобиль — BMW 520. Куда его поставить? Я даже не знаю, куда его поставить. Столько места, столько места. Первая готова. Слушай, ну тут 4 навряд ли, да? Прилипла? Покрашена? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Липнет. Это свежак. Не, нормально, ну тут чуть-чуть. Все свеженькое, покрашено. Слушай, ну... Четыре не войдет. Три может быть, но это длинная просто, да? Она 500, F11. Но не все такие пассаты. Ну и сюда встанет, может быть, одна вот так залезет. Не? Котяра, вали отсюда. Смотри, пассажир приехал. По 520 она продана, это такая информация, она продана, нам внесли залог, мы поменяли уже зимнюю резину, мы ждем все документов. Документы сказали, придут 21 числа. 21 числа они не пришли, сейчас у нас праздники рождественские, и все автосалоны закрыты, все позакрывалось. Ждем документов от нее, я сделал ему сервис, поменял масло, поменял тормоза, передние, задние, фильтры, дворники. Ну, короче, я все сделал, машина готова к выезду, только ждем документов. Все, машина, в принципе, продана. Пригнал ее сюда, чтобы она стояла в сухом помещении. Теперь машину можно помыть один раз, и все. Я постоянно мыл перед фотографиями, потом, когда приезжали смотреть машину, мыл ее, и потом, когда забирали, мыл ее. Светлый салон, аккуратно. Попрошу. Я просто нафиг, она это, как его, такая, в машину лезет. Да-да, она вообще без зазрения совести в салон. Сейчас залезла в багажник BMW двойки, там сосед подъехал. Короче, вот такое вот помещение я хотел показать вам. Такое небольшое, короткое видео. Блин, ну 4 сюда не влезет. Не, не влезет. Ну хотя бы 3. 3, одна может вот сюда вот войти, да? Сюда встанет одна, да? Раз, два, да, легко вообще. Впритык, конечно, но войдет. Попробуем сейчас. Не, не сейчас. Сейчас поедем перекусим. Смотри, правда тут... Гараж нужно сделать. Он сказал, что ворота будут отремонтированы только весной, так как... То есть они должны закрываться. Огонь света достаточно для съемок. Можем здесь рассказывать про машины. Сюда сделаем наклейку Destakar большую. Отсюда до сюда. У меня дома такая есть. Это еще можно назад подвинуть. Ну да, место для колес. Ну там можно где-нибудь. Ну сюда 4 машины не зайдет точно.
три, четыре, пять, шесть. Если только прям впритык. Ну да. У нас там в Айхах есть стоянка еще, если что, да? Сюда будем ставить уже почищенные, полированные машины, туда те, которые только приходят. Так будем менять их. Правда, 15 минут, все, 15 минут туда, 15 минут домой, 15 минут сюда, 15 там, 15 здесь. Короче, вот такой вот у нас гаражик небольшой нарисовался. Пока такой... Пока такое, там будем смотреть что-то другое рядом с домом, чтобы далеко не ездить, может быть, в Айхахе где-то. Не знаю, посмотрим. Пока так. Вот полгода я 100% намереваюсь остаться здесь. Чисто, ухоженно, свет есть. Больше ничего не надо, да? Что скажете? Огонь? Открывается автоматически. То есть они, в принципе, и закрываться должны автоматически, но за счет того, что его просто плохо выставили, и он закрывается более ниже и может сломать ворота, поэтому выдает ошибку. Короче, его будут ремонтировать. Ну, мне пофиг, это не мое. Принимайте пассажира. Первая готова. И с соседом познакомились тоже. Пожелал вам счастливого Рождества. Слышишь, а закрывать его как? Это мне нужно закрыть и выйти отсюда, да, получается? А можно на пульт на кнопочку нажать? Сейчас попробую. Не. Придется закрывать здесь и выходить через дверь всегда. Неудобно, конечно, но что делать. Посещайте канал, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Пока, ребята, пока. Первый косяк. Замок новый, абсолютно новый. Еле засунул его туда. А теперь вы вытащите. Но он не открывает. Короче, как-то так. Сейчас наклеим. Подруга, привет. Гость наш. На капот запрыгнешь, это будет твоя последняя попытка. Зайти сюда. Сейчас наклеим. Я воткну. Воткнула? Да. Держи. А, ты держишь, да? Да. Молодец. Теперь смотри издалека. Правее, левее, куда? Выше и правей. Выше не смогу. Правей. Сюда? Чуть левее. Сюда? Чуть-чуть еще. Еще? Пойдет. А так? Нет, ты криво. Какую? Левую повыше. Пойдет. Я сейчас так прислоню щиток. Правую пониже. Вот, да. Так? Да. Присядь. Да, огонь. Держи. Оп. Поднимай. Слишком высоко, ниже. Вот так. Держи. Все. Так огонь будет. Коп, ног у вас.
Огонь пойдет? Будет держаться? Да. Круто. То, что нужно. Да? Забрали крутую Панамеру, нереально крутую, просто нажили.